Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Алексей Панин попал в психушку. У скандально известного актера бурная личная жизнь, как мы все знаем. А вот официальный брак был всего один – с Людмилой Григорьевой. В этом браке он прожил всего один год, но долго не мог оправиться после скандального развода. Страшно даже вспоминать, как я жил в те годы и что со мной происходило. Хотя это трудно было назвать жизнью. Череда бесконечных дней и ночей, слившихся в одну сплошную черноту. Иногда я открывал глаза и понимал, что лежу под кроватью и вою. Вою и зову Люсю. Примерно в один из таких дней меня отвезли в психушку. С ужасом вспоминает актер. Сейчас они с Людмилой не общаются. Известно, что она живет в Лос-Анджелесе и работает визажистом. Панин же растит дочь от связи с Юлией Юдинцевой. Хотя, как мне кажется, всем своим поведением Панин показывает, что он так и не вылечился. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!